Всем привет! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции, предлагаю недвижимость в Мерсине. И сегодня я вам хочу предложить квартиру на первой береговой линии. Квартира 2+1 с двумя санузлами. Большая, просторная квартира, распашонка на обе стороны дома, с функциональным камином, с функциональным барбекю на террасе, с активным газом и рядом с прекрасным пляжем. После ремонта все новое, красивое, хорошо выполнено. Рассматриваем квартиру. Две квартиры на этаже, и это наша входная дверь. Есть домофон, есть газовая труба. В квартире есть газовый котел, но он не активный, то есть нужно подключить абонент. При входе у нас очень хорошие, большие, вместительные шкафы. Посмотрите, какие. Попадаем из коридора. Пол плитка. Попадаем в салон, в зону гостиной. И открывается у нас замечательный вид на море. Огромные батареи сделают этот вид не только красивым, но и теплым. В квартире только что закончен капитальный ремонт. Повесили новые батареи, новые полы, все трубы, выводы под кондиционеры. Все присутствует. Новые стеклопакеты. Посмотрите, какая кухня. Кухня меня прям впечатлила. Смотрите, какая новая, современная, вместительная, без излишеств. Фактура дерева. Большая рабочая поверхность, и это наша мраморная столешница. Предусмотрено место под всю технику, под большой холодильник, под микроволновку, под духовку, под посудомоечную машину, под стиральную машину, под вытяжку. И вырезается, либо накладывается сверху газовая, либо электрическая панель. Ну, естественно, есть смысл сделать газовую плиту, потому что газ в доме активный. Смотрите, какая красота. На кухне также есть батареи и есть окно. Но не буду вас томить, выйдем на террасу. Терраса большая. Бортики вот эти тоже у нас мраморные. Есть функциональное барбекю. Сейчас такие уже не делают. Очень атмосферно будет здесь сидеть и любоваться морем и зеленью. Также, как я уже сказала, есть газовый котел. Нужно только подключить абонент. И открывается прекрасный вид на море, на зелень. Это первая береговая линия. На территории комплекса беседки, ландшафтный дизайн, охрана, парковки, бассейны. Но жильцы побоялись в этом году их открыть. Здесь люди живут постоянно.
круглогодично, удобная локация, все магазины, транспортная доступность, все очень удобно, все рядом и тихо, спокойно, но при этом все под руками. Прям любовались бы и любовались. Есть здесь еще две комнаты, санузлы. И вот там видно море. Красота. Просто красота. Посмотрим остальные комнаты. Так выглядит кухня-гостиная с этой стороны. При входе у нас был санузел. Санузел тоже после ремонта. Шкафчик с зеркалом, раковина и унитаз. Гостевой санузел. В жилых зонах у нас будет ламинат. Детская спальня, новые стеклопакеты, батареи, выводы под кондиционер, новые двери, окрашены стены в кремовый цвет, нейтральный. Санузел общий, хорошего размера. Здесь у нас подвесной унитаз с функцией биде, душ. Шкафчик, зеркало и широкая раковина. И родительская спальня размером побольше, традиционно с балконом. Балкон здесь остеклен. Хороший, функциональный, большой, безопасный, с красивыми видами на горы. Две квартиры на этаже, один лифт и красивая, чистенькая, аккуратная лестница из камня.
возле моря, отличная парковая зона, где стоят столики, можно отдыхать в тени деревьев, отличный песок. Спасибо за просмотр этого видео, спасибо за комментарии и за лайки. Если у вас остались вопросы, вы всегда сможете со мной связаться по телефону WhatsApp, телефоны где-то появляются на экране, либо вы найдете их в инфобоксе под видео. Заходите на наш веб-сайт, у нас там всегда актуальные предложения. Берегите себя и приезжайте в Мерсин. Увидимся в Мерсине. Пока-пока.